Всем привет, с вами Яна, и мы на канале «Эконом в Чувашии». Сегодня мы знакомимся с ассортиментом товаров и цен в магазине «Светофор», который расположен в южном районе города Чебоксары, на строительном рынке по адресу проспект Ивана Яковлева, 39А. Всем приятного просмотра. Самса жареная, выручаева, 1 килограмм, 115-10. Уже готовая самса, ее нужно только разогреть. От компании «Сытный городок» тесто слоеное, 500 грамм за 29,90, это не дрожжевое тесто, и дрожжевое тесто 500 грамм за 30,50. Всегда пользуюсь таким тестом, очень нравится. Блинчики с творожной начинкой, 420 грамм упаковки. Здесь 6 штучек за 35,60. Кому интересно, состав. От компании «Масленица» блинчики без начинки, 360 грамм в упаковке, 26,10. Нужно только разогреть. От компании «Домашние пельмени», город Саратов, биштек сибирский бренд, упаковки 0,9 килограмма, категория «Б», 97,10. Полуфабрикат мясной рубленый, формованный, фасованный, категория «Б». Из Владимирской области компания, бренд «Курэлита», котлеты «Павловские» в упаковке 1000 грамм, то есть килограмм 71,80. Вот такие котлетки в упаковке, 12 штучек за 71,80. Купаты «Давыдовские» в упаковке 0,9 килограмм, то есть 900 грамм, 115,10 от фабрики «Домашние пельмени». Пельмени по-татарски из говядины, халяль, 850 грамм упаковки, 96,80. Из Саратовской области вареники хвалынские с картофелем и жареным луком, 900 грамм за 48 рублей. Язык свиной замороженный, 239,90 за килограмм. Я покупала охлажденный свиной язык, мне очень понравился. Отварила и вместо колбасы резали на закуску, на бутерброды. Замечательный натуральный продукт. От компании «Домашние пельмени», город Саратов, фарш «Попробуй». 0,9 килограмма дешевле, там в упаковке 77,80. Состав. Свинина, белок соевый, мясо птицы механической обвалки и так далее. От этой же компании «Домашние пельмени», Саратовская область, фарш «Домашний». 900 грамм упаковки, 93,90. Состав. Свинина, белок, соевый, мясо, птицы, механической балки и так далее. В холодильнике в широком ассортименте представлена свинина на кости, охлажденная. Можно купить тушку, полутушку, отруб, разруб. 179,90 за килограмм. И сейчас я знаю, что в светофорах существует такая акция, что можно позвонить по телефону и заказать ту часть, которую вы хотите. Очень удобно. Шашлык из лопатки свиной, пряный, от Кстовского мясокомбината, это Нижегородская область, 193 рубля за килограмм. Выглядит очень даже привлекательно. За 193 неплохая цена, 190 рублей за килограмм. Также свинина есть замороженная. Цена 179,90, такая же цена. Различные куски есть в замороженном виде. Крыло индейки, плечо замороженное, 154,40 за килограмм. А бедро куриное охлажденное, 120 рублей за килограмм. Еще обзором покажу цены. Голень индейки, стейк замороженный, 1 килограмм 190 рублей 70 копеек. Крыло я показывала, грудка бройлера охлажденный, вес килограмм 152,10. Бедро куриное замороженное 100 за килограмм 96,70. Грудка цыплят бройлера килограмм 129 рублей. Смесь мексиканская, один пакет, 94,90, уже, видимо, последний пакет остался, обычно идет килограмм в упаковке. Есть капуста брокколи замороженная, 1 килограмм, 96,70.
красивая капуста. А шампиньоны замороженные, резанные, килограмм 121,80. Обычно в магазине Светофор большой выбор замороженных овощей и фруктов, но сегодня, видимо, остатки, видимо, все разобрали. Из Ленинградской области вот такие красивые наггетсы полуфабрикаты, рубленые из мяса птицы. 80 рублей 40 копеек за килограмм. Компания «Морозко». Аккуратнее. Город Дзержинск, Нижегородская область, представляет нам пельмени традиционные категории Б, 1 килограмм 97 рублей 10 копеек. И миленькие красивенькие пельмешки, говорим, будет интересно. Те же компании Нижегородская, город Дзержинск, продуктовая компания «Пчелин», чебурек из говядины замороженный, килограмм 75-20, они уже жареные, которые только разогреть. Компании ООО «Домашние пельмени», город Саратов, пельмень «Емеля попробуй», категории «Г», 1 килограмм 62,90. От этой же компании «Емеля» «Хинкали», за «Хинкали» 75,80 за килограмм. От этой же компании «Пчелин», торговой компании, город Дзержинск, вареники с капустой. 900 грамм 59,30. Красиво, очень аккуратно выглядят вареники. От этой же компании «Пчелин» продукт. Нижегородская область, город Дзержинск. Котлеты «Казан халяль» 900 грамм за 137,90. Написано «из говядины». Полуфабрикат мясосодержащий, рубленый, формованный, фасованный и панированный, категории Г, замороженный. 10 штук упаковки здесь. А печень свиная замороженная 87,70 за килограмм. От той же компании «Пчелин продукт», город Дзержинск, Нижегородская область, фарш перемеч 800 грамм, категория Б, 107 рублей за килограмм. Состав: говядина халяль, мясо кур халяль, очень мелкий вижу состав. От компании «Утиная ферма», шея утки замороженная на подложке, 67 рублей 80 копеек за килограмм. От компании «Павловская курочка», перец, печень цыплят бройлеры замороженная на подложке, 111,10 за килограмм. Переходим к рыбной заморозке. Я покажу обзором и назову, что на ценниках написано, потому что я не разберусь, что где. Кальмар, тушка свежемороженая, килограмм 126,90. Филе пангасиус свежемороженое, 186,60. Рыбные палочки вичи за килограмм 125,10. Стейк зубатки свежемороженое из Мурманска, 144,50 за килограмм. Стейк зубатки синий за килограмм 134,50. Навага свежемороженая 79,50 за килограмм. Треска килограмм 200 рублей фасованная свежемороженая. Минтай свежемороженый 115,80 за килограмм. Камбала тушка свежемороженая килограмм 124 рубля. И скумбрия свежемороженая 112,90 за килограмм. На этом обзор продуктов с холодильника и заморозки я завершаю. Если понравился обзор, ставим лайки, пишем отзывы в комментариях, приглашаем друзей, знакомых и подписываемся на наш канал. Всем пока-пока!